Разговоры с агентом Смитом – это просто трындец. It is said the wine of victory is sweetest for those in whose bitter trials it has fermented. I do not feel victorious. You deserve the honors of this day. Your brother would be proud. Во-первых, он долгий, минут 5 длится, как минимум. Вот вот этот брат вот надгробие, а вот еще надгробие. Говорит, а сколько ты надгробий еще готовы сделать, чтобы Саурона изловить, дур тупорылая? А я думал, ты хороший, а ты меня вон, оказывается, как не любишь. Я даже не понимаю, зачем этот диалог был сделан, когда он просто ни о чем. Вы пытаетесь что нам рассказать? А самое главное, что вы не понимаете, видимо, или просто решили забить на это, вот просто вот такой вот с обратной резьбой. Да. Ну, видимо, да. Что Саурона нету, черт возьми, вообще, он все, он спрятался, а раз он спрятался, он не может действовать. Он не представляет вам сейчас угрозы, куда ты лезешь. Вот эта замутка-то была в том, что его 1000 лет не было видно Саурона, он ничего не делал. Он просто где-то там отсиживался. Затихарился. Ходил среди людей просто как человек. Его там нету. Если он там есть, а вы нам рассказываете про события, где он есть. И вот когда он стал, ну, проявил себя, вот тогда все пошло через жопу довольно резко, напряженно и тут же. Так когда оно пошло через жопу? Внимание. Когда уже были готовы кольца власти. Потому что если нам рассказывают эту историю, вот конкретно ту, которую нам рассказывают, уже 9 королей были превращены в назгулов, они уже призраками ходили в этих доспехах и пугали всех, как конные эсэсовцы. Уже у эльфов было 3 кольца, которые они на всякий случай спрятали от Саурона, а Саурон уже выковал единственное кольцо. И вот когда вот это все он замутил, пробудилось снова зло, снова орки стали везде бегать, там земля перестала родить. Короче говоря, он снова включил на полный рубильник эти злые силы, а до этого он прятался. И он именно уже вот там, вот находясь в Нуменоре, испортил всю малину. Сволочь какая. Да, но если Саурон отсутствует и нет колец, то ничего страшного пока в мире не происходит. Ну, в конце начнет происходить. Вы, главное, взяли все. Вот так лопатой перемешали, выдернули все важное, что там было, и заодно еще и интересное. Вместо этого туда подсыпали негров. И говна. Говна и сильных женщин. Стало интереснее. И стало гораздо лучше. Да, идиоты, блин. Зато потом было принято управленческое решение. Получилось так не здорово, но мы сделаем гораздо лучше. Что для этого нужно? Нужно, чтобы каждую новую серию снимала только женщина-режиссер. О, это решит все вопросы, да. Так точно будет лучше. Это все вопросы решит.